Школы по всей России были закрыты из-за глобальной пандемии. Однако 1 сентября 2020 года знаменует начало учебного года в России. С сегодняшнего дня школы начнут проводить занятия в школьных помещениях. У всех учеников будет измеряться температура каждый день по прибытии в школу. Минздрав России уже поделился своими рекомендациями с родителями школьников. Родители попросили правильно обучать своих детей. Министерство попросило родителей следить за соблюдением их детьми мер личной гигиены. Чтобы предотвратить распространение пандемии, всех студентов, учителей и сотрудников попросили носить маски во всех общественных местах. Хотя учебный год в России начинается сегодня, каждой школе была предоставлена возможность закрыть свой кампус в случае возникновения чрезвычайной ситуации. По мнению российских вирусологов, пожилые родственники студентов могут легко заразиться, поэтому им необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Специалисты считают, что дети легко переносят болезнь. Однако взрослым нужно заботиться о себе. Все школьные помещения будут регулярно убираться.